Ты не удостаиваешь меня даже слова негодования. Хочу сделать вас свободными. Ты говорил это людям 1500 лет назад. А люди сами принесли нам свободу свою и покорно положили к нашим ногам. Теперь они уверены, что свободны вполне. Мы свободны вполне? Какая же это свобода? Старик иронизирует, смеется над крестом. Немало. Мой великий инквизитор ставит себе в заслугу в том, что он поборол свободу для того, чтобы сделать людей счастливыми. Потому что людям нужна не свобода, а хлеб. Но в Евангелии эти слова Христу говорит дьявол. 15 веков назад дух пустыни указывал тебе путь, которым можно было бы устроить людей счастливыми, и ты его отверг. Ты не захотел лишить человека свободы и камни в хлебы не превратил. А они со словами «накорми», тогда и спрашивая с нас добродетелей, восстали и разрушили храм твой. Желая сделать их свободными, ты поступил с ними, как бы вовсе их не любя. И устав от этой свободы, слабые и порочные, они пришли к нам и сказали нам: «Поработите нас, но накормите нас». И преклонились перед нами. Ты этого не ожидал. Ты ждал свободной любви. А этим жалким созданиям нужно только перед кем-нибудь преклониться.